земля предстала новой купель. Догорели синие метели, и змея проглотила жало. О, Родин, мое русское поле, и вы, ее сыновья, остановившие на чистоколе и луну, и солнце, хвалите Бога. К миру всего мира новый Назарет перед вами уже празднуют пастыри его имя, свет за горами. Сгинь ты, черный Юда, расплещися по морям, наше северное чудо, не понять твоим сынам, не познать тебе Фавора, не услышать тайный зов затуманенного взора на устах твоих покров. Все упрями и напрасней ловит рот твой темноту. Нет, не дашь ты правды в яслях твоему сказать Христу. Но знайте, спящие глубоко, она загорелась, звезда Востока. Не погасить ее ироду кровью младенцев. Пляши, Соломея, пляши! Ноги твои легки и крылаты, целуй ты уста без души, но близок твой час расплаты. Уже встал Иоанн, изможденный от ран, поднял с земли окровавленную голову, снова гремят его уста, снова грозят Содому: опомнитесь! Люди, братья мои люди, где вы? Отзовитесь! Ты не нужен мне, бесстрашный, кровожадный рыцарь. Не хочу твоей победы, дани мне не надо. Все мы яблони и вишни голубого сада. Все мы гроздья винограда золотого лета до кончины. Всем нам хватит и тепла, и света. Кто-то мудрый, несказанный, все себе подобие, всех живущих греет песней, мертвых сном в гробе. Кто-то учит нас и просит постигать и мерить. Не губить пришли мы в мире, а любить и верить. Я вот решил нашу встречу начать со стихотворения любимого моего Сергея Есенина «Певущий зов». Стихотворение мало кто знает, оно удивительно, оно необыкновенно современно и созвучно вот всему тому, что происходит в моем сердце, в моей душе, о чем я думаю, о чем переживаю. И особенно вот в наше такое очень даже непростое время. Ну хотя простого времени у нас с вами, по-моему, никогда не было. Жизнь. Бытие наше, оно всегда сопровождалось какими-то очень сложными, яркими событиями. И вот, на мой взгляд, артист, коли он выбрал эту профессию, он и является как бы зеркалом, отображением того времени, в котором он живет. Я никогда не мечтал в детстве быть артистом. Я даже смеялся, шутил над сестрой, которая действительно мечтала быть актрисой. Но как я считаю, что вот я
сформировался как личность именно в городе Екатеринбурге. Вот в это время, когда мне было 16-19 лет, я не понимаю, как я все успевал. Вот все было. Первая любовь. Я занимался спортом, хулиганил. У меня было 28 приводов в милицию. В общем, настолько насыщенная и разная жизнь. Я думаю, что вот именно эти первые, самые яркие, наверное, юношеские впечатления, они заложились в мою душу, в мое сердце. И потом я черпал всю свою жизнь именно вот из этого сосуда. Мечтал, наверное, вот у меня была такая мечта быть барабанщиком. Я пионером, когда был, я с удовольствием в пионерских лагерях на всех линейках играл в барабан. И мне казалось, что вот я стану барабанщиком в оркестре. Я увлекался музыкой, тогда джазом, современной музыкой, в основном западной. У нас создали в радиотехнике такой небольшой оркестр. Я был ударником, был пианист замечательный, и еще на контрабасе один человек играл. В то же время я под звуки этого оркестра разучил песню, популярную тогда очень. Люблю я рассветы, рассветы над Прагой и первых трамваев, веселый маршрут. И вот на вечере, однажды, в студенческом вечере, меня заметила Ольга Владимировна, руководитель театрального коллектива, который открылся у нас в техникуме. А у них не было исполнителя на главную роль тоже популярной тогда пьесе «Маленькая студентка» Погодина. Она увидела, подошла ко мне, говорит: «Вы нам очень подходите. Может, придете к нам в кружок театральный и попробуете себя там как-то?» Я был Гостюха тогда. У меня была кличка Гостюха. Я в техникуме был такой, ну как сейчас, король. Я был главный в техникуме. И куда-то в театральный коллектив, мне это было совершенно, это было не мое. Я понимал, что это абсолютно не мое, что я буду там что-то говорить, играть кого-то, это было смешно даже. Но тем не менее, мне сказали очень жестко: не будешь ходить, мы тебя снимем со стипендии. И даже приказ был по техникуму издан, вот, подготовлен, что Гостюхина снять со стипендии, если он не будет ходить в театральный коллектив. И я вынужден был это делать. Поначалу это все было, это был какой-то ужас. Я волновался, я впервые был настолько не уверен в себе, потому что у меня ничего не получалось. А роль главная. И напротив меня сидела очаровательная героиня, симпатичная, красивая девушка, Лиза Швырева. И вот она мне очень нравилась. Я ее замечал в техникуме. А я ничего не могу. Я заикаюсь. У меня из трех букв я не выговариваю. Две – это точно. И вот я часто убегал с репетиции. Я думал, что это для меня какое-то наказание. И желание увидеть ее меня опять затягивало на эти репетиции. Мне хотелось перед ней, чтобы сделать все, чтобы у меня получалось. И вот я ночами мучительно стал работать над этим текстом. Я стал его учить, я стал пережевывать эти слова, которые очень трудно мне давались. И в конце концов у меня стало получаться. А мы играли с ней «Любовь». А в конце спектакля режиссер, наш руководитель, она поставила сцену так, что мы должны с ней поцеловаться. И вот ей деваться было некуда. Может быть, ей, да я думаю, что ей было не особенно это приятно, но для меня это был шанс. И вот весь спектакль
Я думал только об одном, что вот в конце концов я ее поцелую. И когда мы играли премьеру, зал стонал, Гостюха на сцене играет. И вот финальная сцена, я ее целую, я впиваюсь в нее своими губами. Зал аплодирует, ну, естественно, занавес закрывается, зал бравирует, браво, браво, а я ее не выпускаю. Она вырывается, а я ее не выпускаю. Потому что это самое главное, и мне было страшно, что вот я отпущу ее, а там вот этот зритель. И вот так мы в этом поцелуе, наверное, минут пять. И вот эти крики «Браво!» это... И вдруг у меня где-то внутри что-то вот произошло такое, что я без этого уже быть и жить не мог. Я бросил все. Я поставил свою жизнь на совершенно непредсказуемую вещь, профессию актера. Поступил в ГИТИС, и вот судьба дальше у меня, судьба у меня складывалась очень и очень непросто. Я после окончания института попал в армию, и меня сразу же отправили в Таманскую дивизию. Там тоже было, когда не бывает, все просто. Представляете, вот в армии вдруг мне взбрело в голову делать забастовку. А у нас был там ансамбль. Я ведущий был этого ансамбля. Комбату нашему, Бажора такой, майор Бажор, это очень не нравится. Ему вот казалось, что мы там на репетициях занимаемся просто какой-то ерундой. У нас должен был быть концерт один выездной. Мы приехали, и мы договорились так, ребята, чтобы на нас обратили внимание, что вот нам вот не дают репетировать. Мы отказываемся работать этот концерт. Я выхожу как ведущий ансамбля и говорю... Рота, ансамбль отказывается работать концерт. И после обеда командир дивизии выстроил нашу роту на плацу, меня вызвали. Вот этого высокообразованного товарища для начала 15 суток ему арест. Потом, это мне рассказывал потом полковник Воинов, шли совещания о том, чтобы тебя отправить на 2 года в дисбат. Мы с ним очень долго говорили, и он понял, что я не враг страны, не враг государства советского. А я очень много говорил, я тогда и Солженицына читал уже, и все. Я очень много в институте, на занятиях по истории партии, я все время вел какие-то такие дискуссии, вот любил дискутировать по каким-то, в общем... проблемам, как мне казалось, которые происходили в нашем обществе тогда. Уже вот эта застойная вся история, она меня, например, она лично очень сильно волновала. И я, будучи действительным патриотом своей страны, я очень переживал за какие-то, в общем, несуразности, которые происходили в нашем обществе. И, конечно, руководство наше в то время, оно было такое уже обветшалое. И я об этом говорил. Я поразился, оказывается, все, что я в каких-то разговорах говорил, все это где-то фиксировалось, записывалось. Потому что он мне вот такие талмуды достал, говорит, вот это говорил, я говорю, говорил, это говорил, я говорю, говорил. Поэтому я говорил о том, что я не враг стране, я просто переживаю сердцем за то, что происходит у меня на родине. Так меня воспитали родители. И я не был посажен. Но, может быть, шлейф вот этой истории,
Он за мной тянулся, и, наверное, поэтому я так долго не мог заниматься своей профессией. Поступив в Театр Советской Армии тогда, когда был там еще Попов, я показался, вроде бы понравилось, но мне понравился художественному совету. Но мне сказали, что мест в театре пока нет, и я уговорил принять меня на любую должность, какую мне предложат. И я 5 лет работал рабочим сценой, мебельщиком-реквизитором. Вот недавно мы встретились с моим сокурсником Сергеем Полянским. И он сказал: ты помнишь, ты мне говорил, что ты хочешь с собой покончить? А я говорю: такого нет, не помню. Да, это было, но потом я вспомнил, что у меня был период вот в это время, когда мне казалось, что все, моя жизнь не состоялась, что мне надо уходить из этой профессии, уходить из театра куда-нибудь, куда я не знал. Или были мысли уходить из жизни. Даже вот такие глупости приходили ко мне в то время. И вдруг, вы понимаете, вот как бывает, вдруг, это просто клубком началось в Театре Советской Армии. Заболел артист один, спектакль «Неизвестный солдат» оказался без исполнителя главной роли. В это время в театре работал очередным режиссером, сейчас он главный, Борис Морозов. А мы учились вместе, мы играли в одних отрывках в ГИТИСе. То есть он сделал все, чтобы предложить руководству театра меня, чтобы я сыграл вот эту роль. Один человек мудро говорил, что профессия артиста, она зависит во многом от случая, от случайности. Но к этому случаю надо быть всегда готовым. И вот, конечно, благодаря тому, что Борис Морозов, дай ему Бог здоровья, помог мне войти в этот спектакль. И однажды на один из спектаклей, я играл уже в репертуаре этот спектакль, пришла Светлана Климова, второй режиссер Василия Ордынского, а он снимал в это время фильм «Хождение по мукам», и предложили попробоваться на одну замечательную роль. Вот, и я пришел на киностудию. Сниматься удачно. Это Красильников такой персонаж, там, как помните, Вестовой Рощин. Я удачно снимаюсь под Евпаторием, играю один эпизод со Светланой Пенкиной и Лидией Федосеевой, женой Василия Макаровича Шукшина. Она уже была знаменитейшей тогда актрисой. И удачно играю, и мне этот эпизод захотелось как-то отметить. Я пригласил вечером в гостиницу ребят, осветителей, там, ассистентов, оператор, стол накрыт. И мы, значит, празднуем мою удачу. И вот один ассистент оператора встает и говорит: слушай, а уже так хорошо ему было, слушай, говорит, у тебя такая морда, вот знаешь... Сейчас на Мосфильме запускают картину про партизан. Но там есть предатель один. Вот у тебя морда, говорит, точно. Ты сыграешь эту роль. Ну, я же шутка, ля-ля-ля. Продолжаем разговаривать. Он говорит: сейчас, подожди, сейчас. И куда ты ушел? Через некоторое время приходит: все, ты будешь играть эту роль. Я тебя утвердил. Я, конечно, все... Ну, я серьезно, конечно, к этому не отнесся так. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, разбежались. Я приезжаю в Москву в театр со съемок. У меня лежит записка с Мосфильма. Позвонить в группу «Восхождение». Я не верю. Я звоню. Мне говорят: вот, здравствуйте, это Лариса Шипитько. Мы
начинаем снимать картину «Восхождение». Это по повести Василя Быкова «Сотников», белорусского писателя. Прочитайте повесть. Я читаю повесть, она меня просто убивает. Просто вот. Я читаю ее взахлеб. А то, что я прочитал, это меня потрясло. Я думаю, вот это сыграть и умереть. Вот больше ничего не надо. Я приезжаю на Мосфильм, вхожу в группу, в комнату, где меня должны познакомить с режиссером, и вижу, стоит красавица, красивая женщина, сумасшедшей красоты. И мне представляет, что это режиссер Лариса Шипитько, которая вот будет снимать этот фильм. А я читаю повесть, там такая сермяга, она жесткая, она в снегах, в морозе, она, там происходят чудовищные какие-то события, сложные, тяжелые, страшные. И вот эта красавица будет, значит, снимать вот это кино. Да это мужику какому-то не под силу. Назначается проба, она мне дает вот сцену, которую мы должны снять. И вот я, конечно, ночь не спал. Я всю ночь, меня трясло, колотило, вот точно так же, как меня колотило, как, когда я к вам шел. Я безумно всегда волнуюсь. Я серьезно так волновался, идя к вам сюда навстречу. И здесь, в общем, а здесь это вообще, это просто не передать словами. Я думал, что у меня будет инфаркт, сердце остановится. И меня понесло, очень сложная сцена, одна из самых сложных сцен вообще в сценарии. И меня понесло, я это сделал, потому что вот состояние мое было такое, что оно получилось, оно произошло. Я сыграл эту пробу так, что в конце концов именно по этой пробе меня и утвердили на эту роль. В одном интервью вы сказали, что из всех режиссеров вы выбрали бы Шипитько. Почему? Как вам сказать, это не совсем, может быть, правильно. Меня моя кинематографическая судьба свела со многими выдающимися мастерами, великими режиссерами. Но Лариса Шипитько, я считаю своей ее мамой. У меня три мамы. Это моя родная, удивительная, дорогая, любимая моя мама Зайкова Александра Ивановна, которая трагически погибла в автомобильной катастрофе. Это Ольга Петровна Солдатова, которая определила мою судьбу и убедила меня в том, что профессия артиста – это моя профессия. И, конечно, Лариса Ефимовна Шипитько – гениальный режиссер, великий режиссер, которая поверила в меня, отстояла мою кандидатуру на роль рыбака. Боря Плотников, мой партнер, замечательный, блестящий актер, который играл в Свердловском ТЮЗе зайчиков каких-то там, лягушек. Лариса Шипитько 4 года шла к тому, чтобы поставить эту картину. Она очень трудно проходила все инстанции. За ней был особый пригляд за этой картиной, за этим проектом. И вдруг Лариса Шипитько неизвестных актеров, а какого-то мебельщика из театра Советской Армии и лягушонка со сцены Свердловского ТЮЗа вдруг на две роли главных, очень сложных, тяжелейших утверждает, ставит на нас. Я себе поставил задачу такую: я умру, но я это сделаю. И мы с Борей, мы просто вот отдавали каждому эпизоду себя до конца.
И вы понимаете, я, наверное, впервые понял смысл этой профессии. Вот я понял, что это не просто игрушки какие-то, это не просто желание славы, а это каторжный, сумасшедший просто труд. И ты должен всегда, я себе так сказал, ты должен теперь вот ориентировать себя, отчислять свое существование в этой профессии отсюда, с восхождения. Вот. И всегда, в каждой маленькой, большой роли ты должен себя отдавать до конца, что бы ты ни играл. Это школа Ларисы Шипитько, великого режиссера. И, конечно, я набрался чудовищной наглости, и вот она вторую картину по гениальной, потрясающей повести Распутина «Прощание с матерой» начала снимать, предложила мне одну из главных ролей, и я набрался наглости и отказался. Представляете, как это было тяжело мне отказывать Ларисе Шипитько? Но я посчитал, что роль, которую она мне предложила, она очень похожа по структуре с Рыбаком, вот то, что мы делали в «Восхождении». И вот этот отказ, конечно, меня мучил. Я переживал очень, и она меня назвала предателем. Она считала в какой-то момент, что я ее предал. В какой-то момент я снимался в фильме «Старшина». Я вижу сон. Я вижу сон, что мы с ней бродим по какому-то лесу. Красивый какой-то лес такой. Я взахлеб ей говорю, почему я отказался. Я прошу прощения у ней. И она мне прощает и говорит, что ты прав. Ты прав. Вот такой сон я видел. Утром мне на съемку на Ленфильме, мы снимали в павильон на съемку фильма «Старшина». И я жене рассказываю, она была со мной, ты представляешь, вот видел вот такой сон с Ларисой Шипитькой, она меня простила. Какое-то вот у меня было такое состояние легкости, освобождения. И вдруг звонок. Вдруг звонок, я снимаю трубку. И меня как обухом по голове. Володя, ты знаешь, Лариса погибла. Вот этот звонок меня просто убивает. Я кричу, как? Мне не укладывается, как? А Володя Чухнов, оператор, которого я обожал, оператор нашего фильма «Восхождение», и Володя, все, 6 человек, ехали на выборы натуры, все погибли. Добрый вечер. Вы говорили, что ваш любимый фильм «Старшина». Чем дорог вам герой? Замечательный режиссер Николай Кошелев. Когда я прочитал этот сценарий и приехал после этого на Ленфильм, я сказал Кошелеву: Коле, ты знаешь, кроме меня этого никто не сыграет. Это только я могу сделать. А там Саша. Там пробовался Саша Фатюшин. Видел такой Васильев Анатолий пробовался на эту роль. Я видел пробы. Но я сказал, нет, это только я. Никому я эту роль не отдам. И я в эту работу был погружен просто всем своим существом. Я как бы вот отказался от мира, я существовал в течение полгода где-то мы снимали тогда. Сейчас снимаются картины гораздо быстрее такие. Но мы тогда полгода снимали эту картину очень подробно. И вот эта картина, она для меня особенно, я ее очень люблю. Вот было наше общее погружение в эту тему. Сложно было. Материал смотрели на Ленфильме
Звонили все время, что вы снимаете. Все время какие-то были наезды, запугивания. Наш Кунин, автор сценария, приехал в Астрахань, где мы снимали эту картину, и говорил: «Коля, я же писал одесскую историю. Она такая веселая, там он такой одесский парень. Что ты снимаешь какого-то мужика? Я не о том писал сценарий. Там ругаются. Редакция ругается. На Ленфильме вообще стоит ругань по поводу материала». Но тем не менее, в общем, Коля выстоял давление. Все. И мы сказали, мы сделаем так, как мы считаем нужным. Настолько приятно, когда вот в зале сидят эти старшины, офицеры, сидят в зале, из военного городка люди. Это же, блин, мой старшина. Ну, точно. Вот мой старшина, точно. Вот такой же гад был. Ух, гад. Но это же мой старшина, точно. То есть вот служивый люд принял картину. Он принимал просто здорово. И это было приятно, потому что очень много было отдано этой работе. Для меня эта тема, она святая. Отец мой, Василий Павлович Гостюхин, он ушел добровольцем на войну, оставив записку, как многие тогда делали в 1941 году. Мать пришла с работы и увидела записку: «Я ушел на фронт». Был тяжело ранен. И поэтому, в общем-то, вернулся инвалидом с войны. А я дитя Победы. Я себя называю дитя Победы, потому что меня родители спроектировали, как сделали, вот именно в районе 9, 10, 11 мая. Я потом высчитал, что я родился 10 марта 1946 года. Поэтому я считаю себя дитя Победы. Они праздновали. Я представляю, какая это была радость. И, конечно, эта тема, она для меня священна. И я всегда с особым пиететом подхожу к материалу, который касается этого. Но, вы понимаете, мне кажется, что сейчас очень много на тему войны снимается сериалов, очень много как-то. И они не все, я бы сказал, достойны. Уровень их чаще всего довольно-таки слабый. Но сейчас вроде бы вот все-таки идет возвращение к святости этого времени и поклон к людям, которые пережили это, перенесли на своих плечах эту великую драму 20 века. К ним все-таки есть какое-то освящение. Меня действительно потрясло вот это шествие с портретами, с которыми люди вышли и сказали свое отношение к этому священному времени. Владимир Васильевич, да. Сейчас у вас спектакль «Анна Снегина», то есть это мир Есенина. Хотелось бы узнать, кто для вас Есенин, что он значит и какова его роль? Знаете, вот в его поэзии, в его стихии, в стихии его слова я нахожу очень много общего с моей внутренней стихией, со стихией меня как Владимира Гостюхина, как человека, как личности. Юность у меня, я говорил, была такая бурная тоже, яркая. И вот когда я перестал хулиганить, ушел с улицы, ушел от своей
пацанской, как мы говорили тогда, команды. И когда я начал читать серьезную литературу, первое, что мне попалось в руки, это томик Есенина. Я открывал себя через эти стихи, я открывал свою душу, свой темперамент, свои поступки. Я вдруг начал соизмерять, и это стало настолько... как будто бы вот я писал эти стихи. Они стали родными, они каждое слово где-то я пропускал через себя. Поэтому я вот всю жизнь живу с этим. Я очень люблю свой спектакль «Анна Снегина». Бывает, вот идешь очень яростно, очень эмоционально, идешь по поэме, там все замечательно. И вдруг где-то вот как затвор – бам! И ты останавливаешься, у меня было такое, и охватывает ужас. Одно слово выпало вот из всего потока поэмы, выпадает одно слово, и о, ужас, ты не можешь дальше двигаться в этом. У меня было такое. И вдруг зал начинает подсказывать. Начинает из зала там кто-то слово подсказывает. Сзади, ребят, потому что, ну, приходят уже по 5, по 6 раз на спектакли, вот на эти. Люди по многу приходят раз. И вот это желание, они как бы вот вместе со мной существуют в этой поэме. И вот они подсказывают. Я возвращаюсь, ловлю, восстанавливаю, пошел дальше. И стоит мертвая тишина. Вот в зале, насколько все-таки... в наше время, когда все-таки людей приучают больше развлекаться, когда больше все-таки в атмосфере художественные развлечения, поэзия, как она слушается. Я очень волновался, когда выпускал спектакль, как будут принимать его. Меня поражает, вот мы играем, муха не пролетит, стоит мертвая тишина в зале. Владимир Васильевич, вы попали в команду Никиты Михалкова на картину «Урга». А чем отличается режиссер Михалков? И что особенно ярко вам запомнилось в тот период съемок? Никите предложили снять документальный фильм о последних вот поселениях в степи, в Монголии. Но это не наша Монголия, а китайская Монголия. И он меня вызвал в Москву, он говорит, вот сценария нет, ничего нет, ну вот такая история. Там пишет что-то Рустам Ибрагимбеков, но сценария, говорю, не будет. Вот такая история, там парень, мужичок такой наш, попадает в степь с женой, он там работает. И вот с ним происходит всякая такая ерунда. И мы начинали с ним репетировать здесь, в Москве, а потом летели в Китай. И каждый день съемочный, придумывалась сцена. Она вот рождалась прямо на глазах. Никита садился на коня степного, взлетал на сопку. А это красоты невозможной. Вот такой бархат этих сопок, этих гор, переливающийся до горизонта. Зеленый такой бархат, и вот он взлетал на одну из сопок, стоял как Чингисхан там, потом спускался вниз, и мы начинали работать. Он заряжался вот этой степью, и мы начинали работать. Придумывая каждый день, я даже не знал, что будет вот сегодня в кадре. Никита Сергеевич очень легкий режиссер, очень воздушный, яркий. Фонтанирует просто, все время идет фонтан каких-то предложений. Он блистательный актер. И он показывает, как нужно сыграть ту или иную сцену. Ведь Марчелло Мастрояни, снимаясь в «Очах черных», он сказал, что Никите надо просто подчиниться и идти за ним. Вот он показывает, и надо это делать. Ни в коем случае как бы вот не... нести себя в кадр, свое, а вот делать то, что предлагает Михалков. А я так не могу, понимаете, я так не могу. У меня
Поэтому однажды, в общем-то, и произошла проблема, когда мы столкнулись с ним, что вот он показывал мне, как надо делать, а я так, как он блистательно показывает, он же замечательный, а я так, как он, не могу повторить его. Я не умею повторять. Я должен сам это дело через себя пропустить и сделать так, как мой организм это видит. И вот мы очень долго там в степи с ним... Столкновение было такое довольно-таки жесткое. Я даже крикнул: все, я бросаю, уезжаю. Давайте все, бросаю профессию в шахту, в шахтером. Но в конце концов, в общем-то, как-то мы поняли друг друга, и все. Он больше не пытался мне показывать, и просто предлагал, вот что надо делать. И я входил, пробовал, репетировал, и дальше уже все катилось само по себе. В общем, она принесла мне много-много вот радости, удовлетворения творческого. И, конечно, работа с Никитой Сергеевичем – это, ух, это удивительное дело. Можно слушать вас часами и часами. Очень приятно слушать. Скажите, пожалуйста, Владимир Васильевич, вот еще один фильм «Охота на лис». Еще один настоящий мужик. Интересно узнать, что вы в это время чувствовали и о чем вы говорили с режиссером, сценаристом. Да, это спасибо. Спасибо, это была команда Александр Миндадзе и Вадим Абдарашидов. На кинофестивале в Риге они получили за дебют главный приз. А мы как раз привезли туда «Восхождение». Это потом Вадим рассказывал, в поезде ехали. С Миндазой, говорит, Вадим вышел в коридор, а я стоял, о чем-то задумался, что-то очень был, видимо, в каком-то, внутрь себя погрузился очень сильно. И он вызвал Миндазу, говорит: смотри, о, вон, посмотри, он стоит, Белов стоит, ну точно. Вот это, он даже не знал, что это я, Гостюхин, еду на фестиваль. Он просто увидел меня и показал, вот стоит Белов. Не знал, актера я или кто. Работа была непростая с Вадимом. Он же ведь, он физик, и фильм, у него тоже своя манера. Вот если с Никитой Сергеевичем мы импровизировали картину, то у Вадима Абдарашидова все как математически выверено, до каждой детали, все вот точно выстроено, каждая деталь должна себя проявить и точно отработать. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. И, конечно, они на эту картину ставили очень много. Да, это в то время... Ее чуть не закрыли, картину. Я, забегая вперед, скажу, что Вадима отстранили от картины. Ее перемонтировать хотели. И, конечно, убрали там, вырезали несколько эпизодов. А там был консультант, я расскажу такую вещь. На картине был консультант, очень большой начальник юридический. И... как-то приехал пронаблюдать, чем же мы все-таки там на съемочной площадке занимаемся. И Вадим Абдарашидов поставил нам задачу. Надо сделать все, чтобы он на съемочную площадку не попал. Чтобы он не увидел наших разговоров, не услышал наших разговоров. И вот мы, значит, он появился, мы сразу как очень гостеприимные хозяева, мы его в ресторан. Вот. И... хорошо посидели, очень хорошо посидели, еще в гостинице добавили. И поэтому утром он подняться не смог, слава богу. А мы почти не спали на съемочную площадку. Мы снимаем, день отсняли. Приезжай, он уже такой готовенький, опять, ну когда, ребята, на съемку? Мы давайте пойдем поужинаем. И опять с ним в ресторан. И опять хорошо. Хорошо, все замечательно. Ему хорошо, замечательно. Все опять под белые рученьки в кроватку. А на следующий день ему утром уезжать. Так он и не попал на съемочную площадку ни разу. Ну, вот я говорю, что меня трясло перед выходом к вам. Я очень волновался. Я люблю эту передачу очень. И она особенная передача. И вот как-то... когда я ехал сюда, я очень волновался, честное слово, я вот, меня там колотило. Но спасибо вам, что вы так тепло меня встретили. Я думаю, что мы
лучше узнали друг друга. И я надеюсь, что ваши ожидания все-таки я не обману. Спасибо вам за тепло, что вы вот такие внимательные, такие чуткие, за ваши вопросы. Вы для меня стали родными. Спасибо вам.